Здравствуйте, это программа «Ревью», и мы начинаем. Предлагаю вспомнить детство. Какие у вас были достижения в 3 года? София Бесалиева из Актау победила в международном конкурсе красоты в Корее. Малышка получила контракт с модельным агентством и возможность работать в 15 странах мира. Все началось больше года назад, когда малышка начала проявлять нешуточный интерес к моде. По телевизору каналы переключали, вот ей именно нравились вот фэшн-каналы. Поставь, какие красивые тети, как красиво ходят. Девочка уже тогда была очень разносторонней, ходила на вокал, гимнастику и плавание. Но в свободное время предпочитала дефилировать по квартире в маминой обуви, как тети по телевизору. В 3 года у нее уже свои требования к гардеробу. Любит такие юбки-пачки, любит, чтоб все было такое пушистое, аккуратное. Она не выйдет на улицу в таком растрепанном виде. Пока есть вот эти качества ее, только начинается, то их не надо закрывать. До международного конкурса София успела сняться в нескольких рекламах, документальном фильме и слетать в Москву, чтобы предстать перед объективом с Ириной Дубцовой. И вот малышка уже возвращается на родину с короной из Сеула, победив в конкурсе Luxury Brand Model Awards Kids 2017. Тебе трудно было участвовать? Нет. А какое у тебя самое любимое платье? Пышное. Пышное? Белое или серое? Белое. К слову, девочка была самой младшей участницей проекта. Юная манекенщица получила контракт с международным модельным агентством на $3000 и приглашение на фэшн-уики во Вьетнаме, Таиланде и даже Милане. Нам еще не давали бумаги, контракты, чтобы мы посмотрели, выбрали, какой бренд мы будем представлять. Что ж, посмотрим, вдруг София представит одежду от самих Dolce & Gabbana. Возможно, все.